Подъехали мы к леднику. Вот на таких снегоходах. Ну и, в общем, сейчас те, кто имеет уже опыт довольно большой, те спускаются на этих снегоходах вниз. А мы идем пешком. Ну а там внизу уже по прямой можно будет покататься между ледниками. Некоторые льдины нам сказали, что сейчас уже весна, и некоторые льдины, они, в общем, уже двигаться начали. Это, в общем-то, маленькие айсберги, которые могут перевернуться. Поэтому нас будут предупреждать, к каким можно подходить, к каким не стоит. Снег сейчас у нас липнет. Можно бабу снежную лепить. Так, тут ребятки у нас на лыжах, а вот наша группа в полосатых купальниках. Видите, какой синий-синий лед, и здесь вот находится пещера, мы должны к ним подойти или подъехать, я не знаю, первый раз сюда вот. Долго-долго собирались и наконец-то доехали весной. Смертельный номер. Ну, здорово вот так покататься. Но это для тех, в принципе, кто умеет. Потому что тут надо прям огибать все вот эти вот ледяные скульптуры, которые впереди встречаются. Ну, здорово. Так, а вот это вот наша группа. И у нас тут получается по два человека на снегоходе. И Борис у нас гидом. Он один. Он может на одной лыжне кататься. А мы уже тут одни ребята перевернулись. Ну, плавненько, правда, упали, повезло. Так, девчонки пошли исследовать ледники. Быстро не поеду. Подъедем к самому леднику. Вот, но сейчас как бы мы тусуемся вокруг этого. Вот такой синий-синий-синий лед. А тут у нас не пещеры, но у нас здесь просто такие ущелья изо льда.
Ну да, это же не перешло, да, мы так? Как у вас там военная подготовка? Ой, ты поползешь? Так, вот народ приехал на водопады и будут здесь лазить с ледоколами по таким вот водопадам. Но пока они не начали лазить, мы можем вот туда внутрь пробраться. Внутрь водопада. Главное, чтобы сосулечка хорошая на нас не упала. А так, в принципе, очень интересно и красиво. И вот они, какие огромные эти сосульки. Сейчас уже весна у нас. Слышите, прям все это уже капает. Да, ну в любой момент, конечно, вот эта вот штучка может отвалиться. Да, девчонки фотографируются. И вот перед нами вообще вот ледник. Последний день масленицы. И народ уплетает блины около водопада замерзшего. А эти все экипируются. В общем, собираются лезть вот сюда. Красная, конечно, тут. Из-за того, что в России яйца дорогие, это называется куриный крас. Да? Видите, спасибо. Не, я добрался. Я тебе повешу веревку. Без парашюта, да. Без парашютов можно прыгнуть до 150. Да, может, имеет смысл кошки одеть, потому что кошка не вылазит. Вон он, дрейф по льду. Начинаю сейчас до конца апреля, это самое время играть. Ну это, кстати, вот это, кстати, офигенское место. Вот это? Вот это, вот это, так дальше. Ну и вот тот сам ледник. Мы прям к нему близко-близко подъехали.
Он сказал, поехали, и махнул рукой. Не успел. Не успел. Так, ну а тут наконец-то мы добрались до пещер. Чего я, собственно, и хотела. Но тут надо осторожно. Потому что тут расщелины. Надо идти по тропинке. Шаг влево, шаг вправо. Провал. Ух ты! Вот это да! Такая пещера ледяная, огромная. Но он тут весь потрескался вот так вот. Я смотрю сверху, и тут на меня капает. Ребята туда внутрь пошли. Но в принципе сейчас уже тепло, и вот видите, вон там глыбы всякие, которые поотвалились. В общем, если идти, то идти нужно близко к стене. Хочешь до мёрзла? Для холода. Тогда трех тысяч летним льдом. Его можно поставить, но так как он не пьет, он простоит еще 20 лет, будет 40-летний виски. Да. Льду, которому 2040 лет. Ребята, давайте мы не будем здесь задерживаться, эта пещера нестабильная. Зашли. Окей, народ, и выходите, не задерживайтесь. Да, как говорится. Посмотрели, вышли. Сегодня еще и тепло, и дождик идет, поэтому да, давайте. Да, что-то это самое. Вот самое интересное тут, а сюда мы катились. А как нам обратно? И было очень-очень скользко, между прочим. Если что, мы сейчас гораздо ближе к Витеру, чем к другим городам. Да? Да? Ух ты, интересно-то как. А до Витера... Это вот тут кто-то проезжал? Довольно долго ехать, а мы не так долго ехали. Это уже... Он двигается, а так как двигаться некуда, он поднимается. Да, и нет, у него просто достаточно грот и собирает себя. Вот такие огромные гроты, ну, собственно говоря, мы идем по краю этого ледника. Не подходи туда близко. На машине тут точно. Вон колеса проезжали. Вот это да. Ну, тут как, конечно, все не так. О, вот еще одна пещера огромная. Ну да, снег сейчас, лед, вернее, сейчас уже нестабильный. Трещин много. И везде... Уже такие вот большие глыбы, которые попадали. То есть они откалываются. И не стоит как бы особо рисковать. Ну, очень, конечно, все это красиво. В прошлом году, говорят, было очень много пещер здесь. Таких вот, в которых можно залезть, прям полазить, там прям скатиться. В этом году гораздо меньше. Ну, вот каждый год своя... Красота, и все совершенно по-другому. Как шахтер. Максимальный отдых. Ну,
похоже, у них тут самое любимое место. Отражение. Настолько чистый лед, что идет отражение там. А вот видите, следы и прям наверх, наверх, наверх. В общем, тут есть такое. В общем, название еще одно Йети Нантинак. Как бы переводится двумя способами. То, в общем, имя, которое нельзя произносить, или тот, кто нас ворует. Это местные так его обозвали, потому что говорят, что вот эти вот штуки непонятные, что вот они воруют людей. Ну вот коричневого здесь где-то, говорят, видели. А туда дальше, где белые медведи живут, там белого видели. Ну, либо выпили, что-то почудилось, либо реально. Вот смотрите, ну кто туда полезет в своем-то уме? Да. Может, еще там ловить? Это, кстати, Нантинак, они называются по-алеутски. Не знаю, как. Здесь у нас живет коричневый, там, где этот самый, где... этот метал крик уходит. Так это обезьянка Путина надо делать. Но она не фотографирует, зараза. Да, там не нас... любит папарацци. Да, там у нас, там у нас есть Нантинак. Я не помню, как он там называется. А? Один этот Йети живет там. Нантинак живет один, вроде как. Ну, то есть, видели его? То есть, я лично знаю человека, который лично знает человека, который лично знает человека, который таки лично знает человека, который точно абсолютно его видел бы вот здесь. Я тоже знаю. Мне рассказывали. Нет, это человек. Не видел? Не пил перед этим? Просто рассказов много. И все видят одно и то же. Значит, что-то они либо пьют одно и то же, либо на самом деле видят. Ну вот и наша поездка заканчивается. Всем пока-пока, до новых приключений. Куда мы поворачиваем? Не поворачиваем.